Я надеюсь, что действительно отношения, но опять-таки исключительно официальные отношения Грузии и России будут улучшаться, будет развиваться торговля, будут развиваться путешествия и так далее. Дело в том, что никто с грузинским народом не ссорился. Лично я работаю как минимум в двух проектах с грузинами. Мы дружим, это потрясающие ребята, и, собственно говоря, не будем мешать настоящие отношения и политические игры. Но мне очень хочется, чтобы политические игры тоже были все-таки в жанре дружбы, а не в жанре конфликта.